Открыццё, прысвечанае году малой радзімы выставы гомельскіх мастакоў, дэманстрацыя ўзораў службовай формы і зброі, прысяга маладых супрацоўнікаў. Беларускія следчыя адзначаюць сёння сваё прафесійнае свята. Алег Сянцюроў наведаў урачыстасці ў Гомелі. На гэты раз святкаванне дня супрацоўніка органаў папярэдняга следства ў Гомелі пачынаецца не зусім традыцыйна. У будынку абласнога ўправлення следчага камітэта упершыню адкрылася выстава работ гомельскіх мастакоў. Каля 30 карцін, прысвечаных году малой радзімы, экспазіцыя будзе пастаянна дзеючай, але самі карціны будуць замяняцца. Па сутнасці, гэта не толькі ўпрыгожванне, але і своеасаблівы элемент духовнага выхавання і псіхаэмацыянальнай разгрузкі для супрацоўнікаў управлення. Они должны чуть-чуть где-то отдыхать, может быть, наши работы им помогут где-то расслабиться. Вот они, выйдя в коридор из кабинета, увидят красивый пейзаж, и это им поможет как-то освободиться от этих вот тяжелых мыслей. Демонстрация узору службовой зброи выкликает неподробный интерес гомельчан. Работа следчиха не мая на увазе перестрелки и погони, але надзвычайная ситуация может возникнуть заўсёды. Хоть размова не только об табельной зброи, специальная помповая стрельба, например, да поможет трапить практично у любое закрытое помешкание. Может применяться для вышиба, например, замков. То есть в упор подходится к замку и производится выстрел. Вышибной специальный патрон полностью производит вышибание замка. То есть при вскрытии дверей. Згодна з сацыялагічнымі пытаннямі, следчы камітэт мае ў грамадстве вельмі высокі рэйтынг. Гэта сапраўды эфектыўна дзеючая структура, аснашчаная самым сучасным абсталяваннем. Сёння раскрываемасць злачынцаў у следчым камітэце Рэспублікі Беларусь 96,8% на ўзроўні лепшых еўрапейскіх паказчыкаў. Але гэта не значыць, што тут няма магчымасцяў для павышэння эфектыўнасці дзейнасці, і гэтыя рэзервы будуць абавязкова выкарыстаны. Праўленне следственного камітэта к свайму прафесійнаму празніку падышло са стабільнымі рэзультатамі служэбнай дзейнасці. Нам есть чем гордиться. Конечно же, значит, есть и те моменты, на которые стоит обратить внимание, тем более с учетом, значит, критических каких-то замечаний, прозвучавших в адрес ведомства в целом на одном из совещаний при главе государства. Вот, поэтому выводы сделаны, и мы двигаемся вперед. Супрацовник следчего комитета может выглядеть вот так, те вот так. Але у какой формы он не был бы опрануты, повинен за все памятать. Когда ты сапраўдны следчий, головное для тебе – оборона человека. Для многих супрацовников областного управления следчего комитета это свято запомнится еще и по своей особистой причине. Нехто отримал заслуженную нагороду, нехто принял присягу. Все лето погоны следчих на Гомельщине отримали около 50 человек. Лейтенанты юстиции, которые принимают присягу зараз, на службу всего другий день. Але каждый из них верит, это на все жить. Следственный комитет, мы решили пойти еще с другом в школьные годы. Вот. Служба Следственного комитета – это очень почетная служба, это благородная работа на благо общества и на благо нашей страны. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».